Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Без будь-якої мотивації людині важко було би жити. Якими бувають мотивації та для чого вони потрібні у тяжкий і складний період? Саме про це будемо дізнаватися від психологині, психотерапевтки Олександри Климової. Дуже рада бачити вас, пані Олександра. І хочеться одразу запитати, якими ж бувають мотивації? І насправді зараз тяжкий час. Ми переживаємо увесь світ, Україна, місто наше, так? І хотілося б, щоб ця мотивація спрацювала для нас з користю, щоб вона була нам потрібною і особливо у тяжкий період. Ось у той, який ми зараз переживаємо. Тобто, доброго дня, але перейду на окупанську, да? Мотивація є у нас природна у всіх. І природа позаботилася о том, щоб вона у нас була. Іначе у нас не буде процесу виживання. Я думаю, що мотивація первична в той момент, коли рослинна клітка і образувалася животна клітка, клітка животного міра, і вона стала перед необхідністю добувати собі пищу із зовнішньої середи, то у неї вже з'явилася перша мотивація. Ну, це логічно. Ну, так. Тому, кажуть, немотивований чоловік. Ні, ми всі мотивовані. Зараз одна найголовніша мотивація у всіх. Це у всіх. Це вижити. Не захворіти, так? А якщо захворів, то з легкістю пережити цей період і вийти на нормальне життя, на нормальний період. Але ж треба знати, як це правильно зробити. Паніка – дуже серйозний механізм реагування на людину взагалі, на будь-які її симптоми. Це ось той панічний страх, який охоплює нас зсередини. Так, да, совершенно верно. Сейчас, прежде чем... Да, пандемия идет, уже ВОЗ это признала, все это признали, это есть, отрицать это бессмысленно. Но предусим начинается пандемия тревоги. А что такое тревога? Тревога – это я в небезопасности. Угу. И тревога – это нормальная эмоциональная реакция человеческой психики на мобилизацию. То есть это стресс, длительное пребывание в тревоге более опасно. То есть обычно тревога прошла, как бы мозг оценил, насколько это опасно и небезопасно, подобрал инструменты для разрешения этого, и тревога снижается. А сейчас тревога усиливается несколькими факторами. Это тем, что враг или небезопасность, да, организм это расценивает. Это даже, в принципе, это часть природы. Вирус – это такая же часть формы жизни, которая точно так же хочет жить, как и мы. Но нужно же еще, как бы, если мы посмотрим глубже, то мы увидим, что вирус древнее человека. Вот в сформировавшемся Homo sapiens, древний человек древний, он древнее, то есть он присутствовал раньше. Но человек же – это более высокая форма жизни, более организованная форма жизни. Поэтому, очевидно, у организма есть те механизмы. Человек не раз переживал эту историю, связанную, он всю жизнь живет в этом окружении. Вирусы играют очень важную роль в организме. Поэтому неизвестность. То есть что-то такое, с чем вы не сталкивались. Естественно, поскольку это неизвестность, и все это помноженное на чтение новостей, факторы, источник информации все время, данные, которые передаются, одни, они не настолько достоверны, и мозг как бы в таком коматозе, он постоянно сравнивает, выискивает же, где принять это решение, как же ему обезопаситься, как сформулировать этот механизм, а что мотивирует мозг? Я должен... У нас есть несколько таких законов. Требования природы от нас, чтобы мы все выжили. Это природный механизм. А мозг подбирает инструменты для этого. Но, в принципе, даже если мозг будет отключен, организм все равно подберет инструменты. То есть есть автоматическая система, которая работает, эволюционно сложена, и выживательные механизмы включаются, иммунная система запускается. Здесь что важно сказать? Длительная тревога істощає ресурс нервної системи. Ось, от про це треба пам'ятати. Да, ресурс нервної системи обезпечує всі процеси підтримання гомеостазу внутрі тіла. Тому, якщо ми длительно тривожимося або починаємо виживати раніше часу, то есть наступить ситуація, будемо виживати. Нет ситуації, не треба виживати кожен день. Будет день и будет пища. С утра все встают и начинают двигаться. Каждый в квартире, ни на улице, ни в морозе, ни в холоде, ни в фильме ужасов. Это обычная реальность, в которой мы встаем. И тут очень важно делать каждодневные. Звичные справы, абсолютно, так? Привычные дела. И чем простроеннее у нас план...
Мозг устроен так. В ситуациях кризиса или неизвестности можно опереться на привычные дела, которые мы делаем каждый день. Встаем, чистим зубы, складываем постель. И так по этому механизму мы идем и живем в моменте здесь и сейчас. Если надо будет выживать, начнем выживать. Тело нас не спросит, выживать, не выживать. Тело – это наш ресурс, оно умеет с этим справляться. До того момента, пока ничего не случилось, а может быть и не случится, это может пройти бессимптомно, нам лучше помогать своему телу. Помогать своему телу как? Не выживаем все время, сохраняем спокойствие, насколько это возможно. Делаем привычные дела, понимаем, что жизнь продолжается. Пані Олександро, я тут ще хотіла запитати вас. Насправді, у багатьох людей зараз така незрозуміла ситуація. Чому? Ну, по-перше, вони так свої звичні справи і не роблять, як завжди, так. Багато хто на роботу, ну, більшість людей на роботу не ходить, так. Ставитись до цього як до хвороби – це не хвороба, так. Люди просто на карантині. На карантині мало хто бував. Можливо, в дитинстві колись якийсь там проміжок часу був, і це було інше. Тобто, ота ситуація, яка зараз склалася, вона раніше людиною не переживалася. Виходить, що людина не знає, що робити, і це не відпустка, це не якась подорож, так? Тобто людина знаходиться у себе вдома в своїй квартирі і не знає, як же ставитись до того, що склалося. Правильно. Ось тут. Ось да. Тут перший дзвіночок – це треба розуміти. Розуміння того, як ми будемо далі діяти. Є таке правило. Если как только демона ты назовешь, сила его исчезнет. То есть нужно назвать эту ситуацию для себя. Это для меня что? Это для меня. Ну, прежде всего, нужно признать, что это определенная изоляция. Угу. И самоизоляция, добровольная изоляция. Большинство людей изолируют себя добровольно. То есть это не принудительно, это добровольно. Значит, я сам нахожусь в этой ситуации, и эта ситуация называется для меня как? Если для меня это внутри беда, ужас и кошмар, я так замедлилась. А замедление, если мы поставим... Есть простая, вот, простые техники, позволяющие определить, как мы реагируем на замедление. Если попросить человека подвигаться в определенном темпе, он начнет двигаться в привычном для себя... Просто ходить. Ну, например, в этом пространстве мы позволим, сейчас позовем всю команду и попросим ее походить. Так. Каждый будет ходить в своем каком-то определенном темпе. Это привычный для него темп. Потом мы попросим ходить медленнее. Угу. Будет более-менее. Потом мы попросим ходить еще медленнее. Тоже более-менее. А вот когда мы попросим, уже мы придем к такой скорости, что мы будем передвигаться по шагу в минуту, возникнет на самом деле намного раньше, возникнет тревога. Почему? Само замедление по себе вызывает тревогу. Так, ось. Само замедление. Добре, потому что мы начали про це говорить. Мы бежим, и отчасти в этом белочном колесе мы все время заняты чем-то, и мы бежим от своей базовой. У нас у большинства есть базовая тревога. Тревога, как я буду обеспечивать, там, как я справлюсь с детьми, как там на работе. Там у нас куча тревог. Сейчас эти тревоги отпали, но появились две тревоги. Как я буду жить дальше? То есть то, зачем люди всегда гарантировали. То есть было гарантированное будущее, и сейчас оно исчезло. З одної сторони, це плохо. Ну, якісь були вимоги, так, якісь були засоби, людина щось хотіла робити, так, тобто був якийсь перелік тих справ, які треба було зробити для отієї майбутньої великої мети. Ключове слово «треба». Так. Надо. А зараз не надо. А вже не треба. І що зі мною відбувається, коли мені не надо? Казалось би, у мене появляється время делать то, що я хочу. А это «я хочу» иногда бывает тревожно само по себе, потому что я, может быть, давно забыла уже, что я хочу. Угу. И тут важно переключиться с этого момента «надо» на момент «хочу». Но мы же привыкли в «надо», поэтому надо выживать. Надо выживать, читать новости, надо общаться, все время об этом говорить. И тут важно посмотреть, сколько энергии я своей отдаю вот в это информационное поле коронавируса. Я его даже не называю, не произношу это слово. А зачем? Это обычная история. Сколько моей энергии там? И что мне мешает эту энергию оттуда перенести на свою жизнь? Ну, в конце концов, мы все умрем, так или иначе, когда-то. Но это неизбежный факт. С этим трудно спорить и с этим трудно сражаться. Но вот эта жизнь, которая у меня сейчас есть, я могу прожить так, как я хочу.
Так. И я выбираю, я все время буду выживать или я буду жить. И поэтому, с одной стороны, нужно выстроить план себе, чтобы мозг не беспокоился и не накручивал сам себя. У ума есть такое свойство накручивать сам себя. И я не рекомендую читать вообще никакие новости. Вот никакие. Вот один раз в день 5 минут. Под колпаком. Окружили себя. То есть здесь нужны ментальные... Здесь нам нужно помочь самим себе. Нам никто не поможет. Вот это конкретный практикум, когда я помогаю сам себе. Я прочитала. Як він працює? Вот, взагалі, що треба робити для себе, що собі сказати треба? Вот ми всі внушаємо. І от як тільки ми входимо в новостний поток, і ми читаємо текст, я не говорю про візуальний ряд, якщо ми смотримо новості, і там уже візуальний ряд, на аудіальний ряд, там така тривожна музика, потім такий напористий язик ведучого, потім приходить такий весь перепуганий, или наоборот скептичний такий чоловік, у якого беруть інтерв'ю, там внизу тече статистика, і все. І внутрі хаос. Поэтому читаємо 5 минут, официальный источник какой-то выбираем для себя и смотрим по нашему окружению. Хорошая статистика – это наше окружение. Если в моем окружении еще нет ни одного случая, а у меня в одном моем окружении, в Одессе, не в Днепре, есть один случай, и девушке 25 лет, прожила этот процесс, сейчас она уже дома, ее выписали из больницы, все нормально. Никакой там в отделении пульмонологии не было, там в инфекционной больнице не было никакого тотального заполнения, то есть, ну, эти случаи есть, есть, но они и всегда были. Вирус H1N1 был намного страшнее. И он в Днепре прошел без карантина, и с ним Днепр справился. Мы справимся со всем. У нас, у украинцев, такой огромный выживательный механизм, больше, чем у кого-либо в мире. Нам вообще ничего не грозит. Ну, я так думаю, что вы нас уже замотивировали, да, будьте спокойными. Да, сохраняем спокойствие, оставляем это пространство для жизни. Для чего? И тут я бы дала такие правила, прям правила. Первый пункт. Остановись посреди хаоса. То есть, когда слишком много информации и никакой мотивации уже там нет, кроме выживать, включается вот тот, личность отключена в этом процессе, просто начинается хаос, разнонаправленные движения, люди начинают. Но прежде всего остановись посреди хаоса. Хаос как еще можно отследить? Есть такое падение уровня энергии внутри. Появляется ничего такая не хочется работать. Слабость. Да. Сначала активизация, начинается суета, а потом за этим происходит такая как слабость, падение. Так, все, остановились. Вся же энергия вышла. Туда. Туды. Кудись. Да. Туда. То есть бороздим пространство бессознательного человечества. А там на бессознательном уже все клетки, на клеточном резонансе уже весь код вируса, все прочитано. Надо просто довериться этому процессу. Остановись посреди хаоса. Раз. Второе. Дай себе время. Просто остановись и дай себе время побыть. Долю секунды в себе. Долю секунды. Возможно, еще много. Дыши. Подышите. Просто вдох и длинный выдох. 5-10 раз. Получится минуту, дышите минуту. Это поможет всем. Даже в самых кризисных ситуациях это помогает. У тела нет сейчас стресса такого. Стресс телесный происходит при взрыве чего-то большого. При виде огня какого-то большого. Какой-то стихийного бедствия. Сейчас нет стихийного бедствия. Все спокойно. Земля под ногами. Магазины работают. Машины ездят. Интернет работает. Все родственники дома. Все хорошо. Аптеки работают. Все хорошо. Все движется. Ничего никуда не делось. Все есть. Дыши. Почувствуй, что я чувствую сейчас. Задай себе вопрос. Задаем себе вопрос, что я сейчас чувствую. Ага, я в тревоге. 5. А что я хочу вместо этого чувствовать? Спокойствие. 6. Какие ресурсы у меня сейчас есть? Что я могу, как я могу сейчас себе помочь чувствовать больше спокойствия? Мозг сразу выдаст. Перестань читать информацию, займись повседневными делами, начинай действовать. Начинай действовать, начинаем двигаться, 7, начинаем двигаться, моем посуду, убираем, мотивируемся, хорошая мотивация для самообучения, обучаемся, общаемся с детьми, лепим поделки, делаем любимое дело, то есть двигаемся. Вспоминаем состояние, образ, присоединяем образ, какое у меня вот образ для меня спокойствия. Например, озеро с чистой водой, или я нахожусь на природе, то есть мое безопасное место, образ мой, моего безопасного места.
Ну, це супер. Помещаем себя в этот образ безопасного места. Мозгу все равно на самом деле находится он в реалии там или в воображении. И это работает. Помещаем себя в безопасное место, окружаем себя пространством спокойствия, начинаем двигаться через 5-10 минут. Люди почувствуют, что у них появилось больше спокойствия, а значит, я вас поздравляю и себя поздравляю. Мы сохраняем ресурс нервной системы, доверяем нашим эволюционным механизмам. И есть желание что-то сделать, и жить, врешті-решт. Жить. Какая разница? Мы никто на самом деле не знаем, сколько жизни нам отмерено. Поэтому живем сейчас и каждую минуту. Кожну секунду треба жити, радіти тому, що є, що нам відведено на сьогоднішній момент і те, що ми можемо зробити зараз. До речі, багато хто зараз переосмислює усе своє минуле життя, дивиться на те, що ж буде далі. Можливо, хтось не хоче повертатися до тих справ, які були раніше. Можливо, комусь ось цей період якраз дався не так просто. Так? І людина насправді може відчути в собі якийсь потенціал інший. Може, відчує в собі сили, відчує в собі енергію зробити щось іще для того, щоб у майбутньому зробити інший крок. Так? До речі, є такі варіанти, коли люди через таке осмислення стають іншими. Звісно, є. І перший вопрос ми теж задаємо, один із вопросів собі. Для чого? Не за що мені ця ситуація, а для чого мені ця ситуація? Для чого? Що я можу зараз зробити для себе? Это же фокус в себя. Угу. А нас же всю жизнь учили, что все интересное снаружи. Внутри тебя ничего интересного нет. Смотри наружу, достигай цели, мотивируй себя. Кстати, про мотивацию. Мотивация бывает внешняя и внутренняя. Отрицательная и положительная. Внешняя – это то, к чему нас мотивирует, в том числе социум. А социум – это большое руководство по соревнованиям. То есть будь лучшим, соревнуйся, достигни этой вершины. А сейчас соревнования нет, не с кем соревноваться, и внешней мотивации нет. А нужно заглянуть в себя, а внутренняя мотивация – это то, чего я хочу, моя потребность. Внутри все время есть такая иерархия потребностей. Начало любой мотивации – это потребность, чего я хочу или что мне необходимо. Природная она есть, как только мы уже обсудили, животная клетка вынуждена была добывать себе еду, у нее была мотивация жить. Собственно говоря, она добывала себе еду, и это и есть… Ну, наиголовніше, все, что ей треба. А сейчас мы не бегаем, уже, нам уже не надо добывать из среды еду, мы добывали ее из социума, мы же добываем все ресурсы из социума, а сейчас социум остановился. Но есть мой микросоциум. Даже я один – это мікросоціум, і там теж можна багато чого цікавого добити. Знаєте, пані Олександра, я впевнена, що кожна людина зможе знайти всередині себе багато чого цікавого. Можливо, хтось і раніше не встигав це зробити. Да. Бо ми настільки бігали кожного дня, що просто ніколи було посередині зупинитись, так? Подивитись на себе і знайти, можливо, той ресурс, знайти сили, знайти мотивацію, яка, можливо, раніше не приходила нам навіть до думки. Да, вона там терялась в ієрархії потребностей, вона там все время терялась, а зараз вона актуалізувалась. Я хочу. Так от про отрицательную і положительную мотивацію, що мається на увазі. Отрицательное – это я бегу от. Угу. А положительное – это я иду к. К чему я хочу сейчас прийти? Что уже давно я... Совершенно правильно вы говорите. Что я отложила или отложила там на давно? И сейчас у меня вообще сейчас есть время на это посмотреть. Куда я хочу посмотреть? И что меня так отвлекало? А сейчас это стоит на моем экране на первом пути. И туда надо посмотреть. Ну, хорошо, надо это манипулятивное слово. Хорошо бы туда посмотреть. Так. А может, там огромные ресурсы? Может, мне вообще не туда? Может, мне сюда? Ось. Я так сподіваюся, що всі так і зроблять. Будуть дивитись на себе з іншого боку трошки. Изнутри. Так, під іншим кутом. Ось. Не искать оценки снаружи, как я, а наконец-то посмотреть, а что же у меня там внутри? І все. І тоді ми знайдемо, можливо, інший бік медалі. Все. І буде все добре. Так, однозначно буде все добре. Якщо ми змогли в 2014 році без масок, без касок стояти в полі наші воїни і створити за 2-3 роки колосальну армію, вистояти перед таким, то з цим ми точно справимося. Я вам дуже дякую. Дякую за мотивацію. За мотивацію. Справді, вона така зараз нам потрібна усім. І дивлячись на вас, хочеться і далі робити щось для себе корисне, знайти всередині себе ті ресурси, про які, можливо, ми вже давно забули, але вони є, і жити далі, жити спокійно, впевнено, розуміти, що колись той настане час, коли нам не треба буде вже
Такі тривоги нам не треба будуть. Но нам ми прийдемо вже туди з ресурсами, які ми взяли в цій паузі. Ось. Для чого мені дала реальність цю паузу? От моя задача, для чого я її використовую. Я вам дуже дякую, пані Олександра. І я так сподіваюся, що всі люди подивляться на себе з іншого боку. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.